Дегустация коржиков. Скажу, каким цветом маникюр делал. Кофе. Ну или угадывай сама. Отлично. Меда. Сегодня я узнал, что нет ничего хуже, чем два подряд авиаперелета с похмелья. Парни, без обид, бутылочку сами поменяйте. Да-да, да. Я перезвоню. Сашу, Таню смотрю. Давайте мы договоры будем... Сейчас попробуем. Вот они у меня, коржики спеклись. Где был? Я вижу, что Григорьевич отравился. Пока к врачу, пока в аптеку, пока... Сами знаете куда при отравлении. Вот и все. Трубку хотя бы один раз мог взять и ответить, а? Я хотел, но я не мог. У меня в туалете эти стены капитальные. Сигнал не проходит, но это ладно. Главное, вот. Так, ну что, пробуем варенье? Они еще горячие. Давайте сначала расскажу. Кирилл и Мефодий придумали буквы, я из них составил договор. Мы его вчера подписали, я его увез домой. Да, ну вот. А как увез? Куда положил, где он с утра лежал? Не понял. Вы что, все знаете? Таня вам рассказала, да? Нет. Просто я вчера вкусно. У тебя договор из портфеля забрал. А ты что думал, его запахом из контейнера разъела? Капец, блин. Я чуть не сдох, пока его восстанавливал. Ну-ка, расскажи. Первый раз в жизни мне так интересно, как именно ты работу прогулял. Блин, они очень вкусные. Я о чем не догадался. Говорит, Саша, какой ты ответственный. Спасибо, что прилетел. Даже такси в аэропорт оплатил. Молодец, Сергей. Накосячил, тебя за это еще и похвалил. Не смешно, Вячеслав Григорьевич. Если честно, мне 10 из 10. Ловить вертолеты, сидя в самолете, так себе удовольствие, знаете. Да я просто хотел тебя подбодрить перед тем, как кое-что сказать. Понятно. Премии лишите? Нет. Вкусно. Но в твоем состоянии еще хуже. Тебе придется сегодня опять полететь в Питер. В смысле? Вы что, серьезно? Это зачем? А надо было трубку брать, когда я тебе звонил. В договоре правда есть ошибка. Ты одной запятой наши риски в 10 раз увеличил. Ну, прекратите, Вячеслав Григорьевич, это же правда. Ну, правда, это не по-человечески. Ну, куда я сейчас пойду? Давайте в другой день. Виктору Сергеевичу уж там нужно отдохнуть от меня. Нет, Сергей, сегодня. Договор по бухгалтерии сегодня. Сейчас будем пирог печь. Потому что Питер еще красивее. Сосиски я уже испекла. Печеньки, вторая партия уже готовится. Алло? Я за сыном в школу еду, а вы кто? Ой, извините, пожалуйста, я про вас забыла. Ой, фух, простите, пожалуйста, ну просто вы так тихо работали, вот мне и показалось, что я была одна дома. Я вам, наверное, должна что-то доплатить за ожидание. До свидания. Всего хорошего. Спасибо вам. Так, это не то. О, нашла. Вот смотри. Это я в детстве. Вот тут я мороженку ем, тут что-то рисую, гулять любила. Это папа. Узнаешь? Мам, а покажи меня маленькую. Давай. Так, вот, смотри. Давай лучше потом папу попросим, он не такой суеверный. А еще альбом, вот смотри, вот здесь папа ест игрушку. Все. Блин, прикольный сериал. Фух. Вот и обед уже прошел. So
Так, пропустить. Все. Рекомендую, очень вкусно, так что готовьте и кушайте.